Здравствуйте! С вами «Подкованные истории» с Витой Козловой. Что вам рисует воображение, когда, капитулировав перед просьбами и уговорами любимого чада, вы берете его за руку и ведете в конно-спортивный клуб? Ну, вероятно, вот такую картину. Ваша элегантная дочь или сын в безукоризненно сидящем фраке непринужденно горцуют на великолепной лошади перед восхищенными зрителями. Как же это красиво, глаз не отвести. Кстати, фрак как вид одежды подарила нам именно верховая езда. Некоему английскому джентльмену длинные полы сюртука мешали ездить на лошади. Поэтому он сначала подколол их спереди, а потом и вовсе срезал. Другие джентльмены стали охотно ему подражать и заказывать такие же фраки. И вскоре все светское общество уже не могло без них обойтись. Позже дирижеры и дипломаты тоже позаимствовали свою одежду у конников, а не наоборот, как многие думают. Исторически верховая езда была важной частью образования детей в семьях знати, наравне с иностранными языками, историей искусств, музицированием, живописью. И сегодня она продолжает оставаться мощным инструментом воспитания. Как и в прошлые века, езда на лошади развивает в современных детях и подростках интеллект, храбрость, честь, скромность, ответственность и безусловное уважение к партнеру, в данном случае четвероногому. Остается лишь сожалеть, что в наши дни об истории самой верховой езды и выездки мы знаем много меньше, чем, скажем, в начале 20 века. А про русскую школу практически и вовсе ничего. Готовя эту программу, мы с коллегами решили провести эксперимент и расспросить современных спортсменов, что им известно об отцах-основателях высшей школы верховой езды. Что же мы услышали? В первую очередь звучало имя Франсуа Боше, который создал собственную систему работы с лошадью. Многие подробно рассказали нам о том, в чем именно заключается эта система и почему она расходится с некоторыми современными принципами выездки, принятыми Международной федерацией конного спорта. Знают конники и о том, что этот признанный мастер изобрел рысь и галоп назад, а также менку ног на галопе в один темп на месте, упражнения, дошедшие до наших дней. Известен также сбор по Боше, который делает лошадь мягкоуздой и легкой в управлении. На втором месте по количеству упоминаний было имя Франсуа Робишона де ля Гериньера и его нововведение, а именно контргалоп, менка ног в воздухе и езда плечом внутрь. Помнят российские всадники также про основной принцип Гериньера – развивать лошадь систематической гимнастикой от легкого к сложному, и про то, что именно этот мастер предложил новую конструкцию седла. Он убрал высокие подушки на передней и задней луках, посадив всадника как можно ближе к спине лошади, который уже не держался в седле силой ног. Да и положение самих ног тоже изменилось. При отведенном назад шенкеле, который теперь постоянно соприкасался с боком лошади, ноги стали слегка согнутыми в коленях, а не выпрямленными вперед, как это было принято раньше. Так появилась балансирующая посадка, которая сохранилась до наших дней. Нашлись и особо продвинутые поклонники старой классической немецкой школы, которые называли имя Людвига фон Гюнесдорфа, автора введения к самому естественному и лучшему способу выездки лошадей. Как специалист, наиболее точно и доступно объяснявший детали упражнений, он был в почете даже у французских мастеров. А двое из опрошенных назвали имя основоположника немецкой школы Густава Штейнбрихта и поставили его в один ряд со знаменитыми Ксенофонтом и Плювенелем.
Мы были приятно удивлены эрудицией, которую продемонстрировали наши конники, но решили на этом не останавливаться и продолжили опрос. Нас интересовало, что они знают о русской школе. Разумеется, мы сразу получили ответ. В России много лет работал англичанин по рождению, французский мастер выездки Джеймс Филлис. Правда, тут же обнаружилось, что им неизвестна одна важнейшая деталь. Российские конники в большинстве своем уверены, что единственным автором книги «Основы езды и выездки» является Джеймс Филлис. И в этом нет ничего удивительного, ведь именно его имя значится на обложке. Однако на самом деле эта книга была создана по предложению и при непосредственном участии Жоржа Клемансо, выдающегося французского политика и ученика Филлиса. О том, чье именно перо выводило строки этой книги, свидетельствуют слова посвящения Жоржу Клемансо, истинному автору от его благодарного друга. Увы, никто из опрошенных не знал, что существует бесценная собственная книга мэтра – журнал «Выездки», которую маэстро начал писать в Петербурге в 1903 году. Но вышла она только на французском языке. Мы очень надеемся, что скоро журнал «Выездки» будет издан в России. Прекрасно, что имя Джеймса Филлиса знают почти все занимающиеся выездкой. Но заключи я с коллегами пари на миллион о том, что вряд ли найдется спортсмен, который назовет имя основоположника российской школы выездки, я бы выиграла. Платон мне друг, но истина дороже, поэтому сейчас я произнесу это имя. Основоположником отечественной выездки является Иван Федорович Бабинский. До того, как мы начали работать над трехтомником «Боги в седле», мне и самой не доводилось сталкиваться с этим именем, хотя я занимаюсь выездкой всю свою сознательную жизнь. Но когда мы начали собирать материалы, в мои руки попала книга Бабинского «Краткая ипология и курс верховой езды». Это учебное пособие имело на удивление счастливую жизнь. Оно выдержало множество переизданий. Сейчас передо мной находится бесценное первое издание 1836 года. Здесь нужно оговориться, что в области методологии верховой езды в России пособие Бабинского было далеко не первым. В 1801 году свои наработки под названием «Правила для обучения кавалергардского полка» опубликовал генерал Федор Уваров. Также в брошюре «Опыт наставления кавалерийского полка» своими идеями делился Дмитрий Голицын, сын прототипа пушкинской пиковой дамы, княгини Натальи Петровны Голицыной. Для души ты врага, какие имена? Мы постараемся рассказать отдельную подкованную историю об этих выдающихся людях и их вкладе в российское конное дело. Но сегодня мы поговорим об Иване Федоровиче Бабинском, мэтре русской классической выездки и создателе русской берейтерской школы как институции. Использовать в нашем рассказе мы будем материалы Валерия Шабли, исследователя биографии Бабинского, истории русской выездки и кавалерии. Но начнем мы не с выездки, а с исторического экскурса, чтобы понять, в каком контексте развивалась в интересующий нас период русская берейтерская школа. В 1825 году произошла смена государей, совпавшая с политическим кризисом. Александр I не имел сыновей, а две его дочери умерли во младенчестве. Когда за два года до описываемых событий престолонаследник Константин пришел к решению отречься от прав на престол и направил соответствующее письмо государю, Александр I принял это отречение и назначил наследником великого князя Николая Павловича. Но Александр почему-то не пожелал это решение огласить. Поэтому манифест был вручен московскому архиепископу Филарету для секретного хранения в Московском Успенском соборе. А копии манифеста тоже секретно были положены на хранение в Государственном совете, Сенате и Синоде. В скором времени император Александр, отвезя свою больную супругу Елизавету Алексеевну для лечения в Таганрог, неожиданно там отходит в мир иной по причине случайной простуды, полученной во время поездки по Крыму.
О том, что следующим русским императором должен стать Николай, стало известно не сразу. Из-за того, что Александр I спрятал тайный документ о передаче права на престол, армия сначала присягнула Константину, а затем обнаружили послание покойного императора и пришлось переприсягать Николаю. Проще говоря, случился династический кризис. Здесь нужно заметить, что описанные события проходили на фоне еще не восстановленной после Отечественной войны 1812 года экономики. Разоренные губернии, уничтоженные и сожженные города – Смоленск, Полоцк, Витебск, Москва. Огромные потери среди населения, по разным данным, от 150 до 600 тысяч человек. Несмотря на то, что после победы над Наполеоном Россия как государство снискала в Европе небывалый престиж и уважение, внутриполитические итоги Отечественной войны были весьма печальны. Среди прогрессивного гражданского общества нарастает недовольство отсутствием свободы слова, печати и всеобщей цензурой. К тому же русские офицеры во время военного похода увидели, как живут в Европе. Но больше всего они не могли принять тот факт, что, вернувшись домой в Россию, где еще оставалось крепостное право, их вчерашние солдаты, но они ведь тоже были крепостными, солдаты, с которыми они делили кров и хлеб в победоносном военном походе, снова превратятся в рабов. И вот в декабре 1825 года группа молодых дворян-единомышленников, многие из которых были офицерами гвардии и флота, выходят на Сенатскую площадь, чтобы совершить попытку государственного переворота и добиться принятия Конституции. Это восстание было жестоко подавлено, но интерес к нему и его резонанс достиг наших дней. Еще одним важным изменением, которое, правда, выглядело значительно скромнее, но имело огромные экономические последствия, стало открытие первой железной дороги в России. Примерно в это же время профессор Императорской академии художеств академик Петр Карлович Клод, великий русский скульптор, создает своих прекрасных лошадей. «Этот Клод лошадей делает лучше, чем мой жеребец», – часто говаривал император Николай I. Но вернемся к теме армия. Любая победа в своей основе таит опасность появления самоуспокоенности и самодовольства. Не минула эта чаша и русскую армию. После победы над Наполеоном на передний план вышли плацпарадные церемониальные марши и красота строя. Армия втянулась в каждодневную рутину экзерцермейстерства в ущерб боевой подготовке, что вскоре будет иметь пагубные последствия. К тому же к началу XIX века не только артиллерия стала мощной и подвижной. В ручном огнестрельном оружии тоже произошли колоссальные изменения. И если на рубеже 18-19 веков исход сражения зачастую решался мощной штыковой атакой пехоты, построенной в глубокие колонны, кто не помнит слова Суворова «пуля дура, штык молодец», то теперь ручное огнестрельное оружие становится все более и более совершенным. Итак, плацпарадная муштра торжествует и господствует безраздельно, а 120 шагов в минуту, как и многие из тех традиций, даже благополучно перейдут и в советскую армию, что может засвидетельствовать любой интересующийся этим вопросом. Пройдет еще немного времени, и возродившийся гатчинский дух приведет Российскую империю к поражению в Крымской войне, которая высветит необходимость преобразования во всех сферах. Но активное обсуждение проектов реформирования армии начнется задолго до Крымской войны и коснется ее элиты – кавалерии. Изменения были поэтапными и хорошо подкрепленными методически. Именно в этот процесс и внес свой огромный вклад наш сегодняшний герой. Блестящая и явно недооцененная нами глава истории Отечественной школы верховой езды, которой мы обязаны Ивану Бабинскому, началась в 1827 году с назначения на должность начальника Берейтерской школы Василия Левашова, выдающегося, как сказали бы мы сегодня, менеджера и администратора. Бабинский был одним из его помощников. Именно их тандем превратил верховую езду в Российской империи из мастерства в искусство. В знак оценки блестящих результатов их работы Берейтерская школа получила заслуженную приставку «гвардейская».
Если до прихода Левашова и Бабинского обучение берейтеров ограничивалось только практической верховой ездой, то теперь подготовка становится академически глубокой и всесторонней. В школе начинают преподавать ипологию, то есть науку о лошади, первичную ветеринарию, основы содержания и ковки. А главное, уже не просто верховую езду, а берейтерское искусство. Продолжительность обучения в гвардейской школе составляла 6 лет и разделялась на 2 класса. Ежегодно школа выпускала по 4-6 человек. Можете представить себе, каким высоким был уровень подготовки с такой продолжительностью обучения и штучным подходом. Бабинский был родом из Курской губернии. Военную службу он проходил в Новгородском кирасирском полку, который отличился в период Отечественной войны 1812 года в заграничных походах русской армии. Шефом этого полка с 13 года был Василий Васильевич Левашов. И заняв должность начальника берейтерской школы, он привел в ее стены свою команду. Самой яркой звездой в ней стал Иван Бабинский, чьи заслуги не остались незамеченными. Иван Федорович получил звание полковника. Первый большой труд Бабинского о подготовке берейтеров «Руководство к образованию кавалериста», снабженный чертежами и рисунками, увидел свет в 1832. А 4 года спустя появилось фундаментальное учебное пособие «Краткая ипология и курс верховой езды», вторая часть которой была посвящена подготовке лошади. К тексту прилагался также атлас со схемами и иллюстрациями гравера Ивана Ческова, академика Императорской академии художеств. Именно эта вторая часть книги получила народное название «Русская конная Библия», а переиздания стали книжными бестселлерами, востребованными многотысячной армией российских конников. Книга Бабинского стала не просто сенсацией. За нее герой нашего рассказа получил Демидовскую премию, престижнейшую награду для персон, внесших выдающийся вклад в развитие наук. Ежегодная премия вручалась лауреатам, которых выбирала Императорская академия. Во всеобъемлющей работе Бабинского подробнейшим образом рассматривается вопрос, как улучшить аллюры лошади и сделать ее удобнее в управлении. В книге описана как подготовка молодой лошади, так и корректировка уже выезженной. Каждая строка этого труда, основанного на многолетнем опыте, пропитана духом безграничного творчества. А в чем же суть и неприходящая ценность метода Бабинского, спросите вы? Задачу подготовки видел Бабинский в том, чтобы устранить проблемы лошади, подробно объясняя, как именно это сделать. Это было крайне важно, ведь в строй поступали абсолютно разные кони, и задача берейтера по Бабинскому заключалась в том, чтобы сохранить их работоспособность и здоровье на долгие годы. Ключевое различие методов Бабинского и приехавшего работать в Россию несколько позже Джеймса Филлиса в том, что для Филлиса главным было показать движение лошади максимально эффектно. А для Бабинского – исправить, увидеть проблему и найти ее решение. Цель выездки по Бабинскому – маневренность и легкость управления. Это разные позиции, но они не конкурируют, а дополняют друг друга. Ипология Бабинского или «Русская конная Библия», как любят говорить некоторые конники, и журнал выездки Филлиса являются бесценным историческим наследием, поэтому они обязательно должны занять в 21 веке свое почетное место. К тому же в этих пособиях, как и в картине Николая Сверчкова «Русский манеж», созданной в 1853 году, прекрасно отражен этот дух творчества, характерный для русской берейтерской школы тех лет. Чтобы оценить атмосферу артистизма и подлинного искусства, которой в России была окружена в те годы верховая езда, достаточно прочесть описание, которое оставила дочь знаменитого писателя и историка Софья Николаевна Карамзина. О своем выступлении в манеже она рассказывала так. «Манеж был очень красиво освещен, гремела музыка. Я вскочила на лошадь, веря в себя Богу, и он меня не оставил. Терри достойно провела карусель. Мы удивительно точно выполнили ужасно трудные фигуры, такие как восьмерка, мельница, цепь. Временами, когда мы галопировали, огни мерцали, будто вот-вот погаснут, и в этом полумраке мы казались какими-то тенями. И вдруг свечи вспыхивали вновь, и вся эта движущаяся картина ярко освещалась». В
Воздух гвардейской берейтерской школы был наполнен творчеством, и закономерно, что в 1832 году, сменив Василия Левашова, начальником берейтерской школы становится Бабинский, основатель лучших отечественных традиций. Через 11 лет, в 1841, Иван Федорович получит звание генерала-майора и выйдет в отставку. Любопытна история, которая произойдет вскоре после этого. В 1844 году в Россию, в Санкт-Петербург, приедет сын Франсуа Боше, признанного гения верховой езды. Он привезет с собой идею выездки по-новому, дающую более быстрый результат. И попытается договориться о работе в России для своего отца в должности старшего преподавателя гвардейской берейтерской школы. В качестве тестового задания Боше-младшему выделили 60 дней и несколько десятков всадников с лошадьми из различных полков и самой школы. Занятия проходили в Михайловском манеже. По завершению работы ученики Боше-младшего подверглись экзамену, который принимали назначенные кавалерийские офицеры. Одновременно для сравнения результатов разных подходов в тестировании принимала участие и отдельная группа берейтерской школы, проходившая обучение по методике Ивана Федоровича Бабинского, которой на экзамене были предложены те же задачи, что и всадникам Боше-младшего. Первое задание заключалось в выстраивании плотного строя с перестроением в колонну. По словам очевидцев, лошади Боше откидывали круп в разные стороны и уходили за повод. Задача так и не была выполнена. Всадники не смогли идеально построиться и, соответственно, выполнить перестроение в колонну в движении им тоже не удалось. Одиночная езда также не задалась у них с самого начала. У зрителей сложилось ощущение, что подготовка лошадей в группе Боше-младшего была очень сырой. В то же время вторая группа, выставленная школой, все задачи выполнила с блеском. В итоге комиссия отказала мировой знаменитости, и Боше-старший так и не стал преподавателем берейтерской школы. Но вернемся к нашему герою. Уже в отставке, совместно с супругой статской советницей Любовью Ивановной, Бабинский приобрел в Старицком уезде Тверской губернии имение Любино, где основал собственный конный завод и небольшую школу выездки. Ныне бывшая Любино – это деревня Бабинская, но усадьба патриарха российской выездки дошла до нас, увы, только в виде фундамента. Что касается конюшен, то в советское время они использовались в качестве коровников, а в 2000-х после закрытия животноводческих хозяйств были заброшены и постепенно разрушились. В настоящее время от конюшен осталось лишь несколько столбов, а деревни, в которых они находились, полностью вымерли. Непредсказуемая игра истории. Когда-то здесь процветало несколько имений и усадьб. В деревнях было немало долгожителей. Высоко ценились красота местной природы и удобство расположения. Но за последние несколько лет Тверская область и, в частности, эти края стали лидерами по количеству заброшенных сел и деревень. Могила Ивана Федоровича не сохранилась. Предположительно, она находилась недалеко от Любино, в деревне Рясня, у храма Воскресения Христова, где похоронена семья героя обороны Севастополя Владимира Алексеевича Корнилова. Эта гипотеза основана на том, что супруга Бабинского долгое время после его кончины финансово помогала этому храму. Последний приют Ивана Федоровича пострадал в 1942 году, когда церковь взорвали при прокладке дороги. Сейчас на ее месте стоит небольшая часовня. К сожалению, Иван Федорович не оставил наследников. Самое ценное, что у него было и что осталось после него, это текст ипологии русской конной Библии. Однако, несмотря на все свои неоспоримые достоинства, эта книга почти неизвестна конникам нашей страны. Для образования необходимо как минимум желание использовать опыт мастеров прошлого, вдумчивое изучение их трудов и отработка на практике. Там же, где культура потеряна, любые ярчайшие бриллианты отечественной школы, покрытые пылью забвения, окажутся невидимы. Оставайтесь в седле. С вами была Вита Козлова. Вас ждут новые подкованные истории.
Давай.